що, друзі, ми продовжуємо з вами. Нагадаю, що з 2018 року в Миколаївському обласному товаристві єврейської культури існує проєкт, який має назву «Театр очевидця». Ми мали розмову з координаторкою проєкту. Зараз хочу поговорити із Галиною Номировською, психологом проєкту, яка знає набагато більше про те, як проходила ця взаємна робота старшого покоління із підлітками, як ці історії переносилися з одного покоління на інше. Долучайтеся до розмови. Доброго ранку. Дякую вам. Отож, Галина Номировська, ще раз нагадаю, психолог в нашій ранковій студії. Отож, цілий рік ви безпосередньо брали участь у підготовці, да, до всіх тих заходів, що відбувалися, до того кульмінації, да, до спектаклю «Стіна», прем'єра якого відбудеться завтра. Як ви потрапили в цю історію? Як ви стали учасницею цього проєкту? Розкажіть нам. Ну, я достаточно довгое время работаю в еврейском обществе культуры как практический психолог. И с 2014 года я работаю как кризисный психолог. Поэтому вот участие в этом проекте мне предложили, я согласилась. И первое, что было, нас познакомили с людьми, которые организовывали этот проект, с Аароном Вайс. И с Мэгги, да, и со Светланой. Да. Светлана, она является режиссером. И в то же время, вот как раз, ну, к сожалению, не было на первом семинаре психолога, ни на первом, ни на последующих семинарах. Но и меня очень интересовало то, как сопровождают именно проект этот психологи. То есть работая с кризисным психологом, это одно, когда люди только пережили, ну, вы знаете, в связи с событиями 2014 года и последующими, когда пережили кризисную ситуацию какую-то определенную, и работа с людьми, которые уже достаточно долго живут с той болью, которую они пережили 70 лет тому назад, то тут немножко разные моменты. Вот как бы опасения у меня были, с одной стороны, что люди, второе название проекта – «Рассказать, чтобы жить». Ну, иногда его говорят «Жить, чтобы рассказать». Ну вот для меня очень важна именно эта существенная разница. Рассказать, чтобы жить. Чому ви маєте на увазі того, щоб поділитися, щоб цю енергетику себе якось так розповісти про це? В этом плане мне было очень интересно, как же психологи сопровождают и как они находятся с этими людьми, и как взаимодействуют вместе с этими людьми. И, ну вот, как бы на первой встрече я немножко получила ответы на эти вопросы. И потом, когда мы встретились все вместе, это знакомили и очевидцев, и подростков с этим проектом, и с тем, что нам придется пережить, и с чем нам придется встретиться, то тогда люди очень доброжелательно, очень заинтересованно, да, и ну, моих опасений было намного больше, это мои тревоги, не сколько у меня опасений, сколько тревоги по поводу того, как они будут переживать и как они будут взаимодействовать. Так, ну, но люди готовы были расповести, поделиться, чи все ж таки вони були дещо закриті от під час першого знайомства? Ну, во время первого знакомства они хотели говорить, они хотели взаимодействовать, но были определенные ограничения. Некоторые люди хотели делиться, могли делиться, а некоторые говорили, я не могу с этим поделиться. Я уже научился жить за эти годы с этим. Не хотят доставать это, да. И это, ну, как бы, это их право. И действительно, за столько лет научившись жить, возможно, не хотят себя травмировать. Невозможно, а точно не хотят. И это и так должно быть. Ну, а вони розповіли все ж таки, зрештою, свою історію? Пригадали її чи ні? Чи ви залишили це так? Нет, они рассказали, да, потихонечку, понемножечку. Ну, к этому вы же понимаете, что ко всему психика наша такая вещь сложная достаточно. И трогать ее лишний раз не надо. Тот, кто готов, тот уже рассказывал. И действительно, люди, когда рассказывали, когда делились впечатлениями, но прежде чем они подошли к этому, было достаточно много работы. И отдельно, и индивидуальные были консультации, и были консультации вместе, групповые, когда люди могли проговорить то, что действительно их волнует. И, ну, это очень значимо.
З'ясували ми реакцію очевидців, свідків цих подій старшого покоління щодо підлітків. Це ж теж було складно з ними теж відкрити, те, щоб вони занурили, зрозуміли, прийняли це. От декілька слів про це ще було. Не просто, щоб вони погрузились в це, а спочатку хоча б тільки познайомились з тим, що взагалі таке відбувається, що взагалі таке було. І, звісно, перед тим, як, ну, от спочатку було общее у нас собрание, и на этом, когда поставили в известность и ребят, и взрослых людей, что же, с чем им придется столкнуться, то у ребят было тоже очень много опасений. Поэтому мы собирались отдельно, и каждый из них рассказывал о том, как он себя видит в этом проекте, и чего, и чего они больше всего боятся. А ну, боялись больше всего, как старшее поколение будет реагировать, не больно ли им. То есть вот забота о друг о друге, это, ну, это великое дело. То есть вот здесь мы делаем очень большую работу все вместе. Як проходили ваші зустрічі? Тетяна Топало казала, що це і чаювання було, що це були якісь виїзди. Це ви от придумували, організовували саме в такому вигляді ці зустрічі, чи ні? І як вони відбувалися, зрештою? Ну, всі зустрічі, вони, в принципі, були заплановані. То есть проект, ви ж розумієте, що коли пишеться проект, то изначально мы предполагаем, что что-то будет и как-то будет оно проходить. И потом уже в течение того, как, если говорить о моей конкретной работе, то в течение того, что необходимости вмешательства психолога в этот процесс, то тогда уже вот проходила тогда работа, определенная велась работа. А если надо было вот индивидуально поработать, то тогда мы работали индивидуально. То есть, ну, здесь вот таких больших каких-то страшных событий или страшных для людей чего-то такого, ну, слава Богу, не происходило. Происходило все мягко, очень корректно, очень с большим пониманием и большим сопровождением, когда люди друг для друга не костыли, а именно помощники. Це найголовніше, слухайте. І все ж таки, наостанок хотіла б вас запитати, рік минув, якими прийшли учасники і які вони стали сьогодні? От ваші спогляди як психолога за цим? Ну, от ті люди, які змогли розказати, вони говорять, що вони волнуються, але це волнення вже по поводу того, як вони будуть виступати на сцені. Да? Вони согласились виступати на сцені, це дорогого стоїть. Дійсно, так. Не кожного можна змусити для цього, це хвилювання, це знов пережити, це знов ці емоції, а вони на це погодилися. Да. А подростки стали більш розуміючими і приймаючими, тому що ви ж знаєте, подростки, да, ці діти проблемні. Проблема существует Она всегда. Была спокойной, да. А сейчас, ну, это немножко по-другому. И события те, которые, ну, как бы, как сказка где-то там, это не с нами, это не со мной, это не у меня. Все же было, это прошло, это не будет. Вот сейчас это переживается совсем по-другому. Я вам щиро за це дякую. Дякую за вашу роботу, за вашу участь. Вона дійсно вагома і важлива була. Я нагадаю, що Галина Номіровська, психолог проєкту «Театр очевидця», була у нашій ранковій студії.